Эффективность муниципальной власти отлично видна на примере системы «Добродел» и по соцсетям. Жители незамедлительно сигнализируют чиновникам о проблемах в их работе. За последнее время удалось наладить и существенно сократить время реагирования на обращения. Но еще остается ряд вопросов, которые требуют дополнительного внимания. Все просрочки касаются освещения. Это столбы, причем столбы в тех местах, где освещения нет, столбы есть, просто не работают фонари, и, безусловно, людям страшно перемещаться по этой территории в темноте. Пока непонятно, в чем проблема, то ли с электросетью, то ли со службами МБУ, но уверен, что главы нам сегодня пояснят. Работа в системе «Добродел» теперь будет оцениваться еще по одному критерию. Повторные обращения граждан выведены в новую строку. На них самое пристальное внимание. Необходимо не только вовремя и грамотно отвечать на сообщения жителей, но и незамедлительно устранять все нарушения. Так как нам на сегодняшний день удалось справиться с просроченными обращениями жителей, мы теперь будем улучшать качество обращений и смотреть по статистике. Мы сегодня данную категорию представляем первый раз. Это повторное обращение за 4 недели, мы взяли за 4 периода. И вот что у нас получается. Есть у нас лидеры, по которым есть обращения, по которым нет повторных обращений и возвратов. Андрей Иванов регулярно проводит вместе с жителями велоинспекции. Пока глава объезжает микрорайоны города Одинцово, но в графике уже запланированы подобные мероприятия и в других поселениях муниципалитета. Такой принцип открытый публично будет продолжен. Также еженедельно будем объезжать территории. Когда закончим с городским поселением Одинцово, переместимся в другие поселения. Большое количество заявок с ваших территорий тоже на такие объезды есть. После посещения руководителем района проблемных микрорайонов Одинцово количество жалоб от местных жителей снизилось. Многие вопросы решались прямо на месте. По остальным разработаны дорожные карты, запланировано необходимое благоустройство, реконструкция и даже строительство. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».